Рейд «Детское кресло» сотрудники госавтоинспекции провели на пересечении улиц Березова и Фокина. В этом районе расположено много дошкольных учреждений. Рейд направлен на перевозку детишек с использованием специальных детских удерживающих устройств. Ну, в основном у нас как бы привыкли уже наши граждане использовать специальные детские удерживающие устройства при перевозке детей. Ну, не так часто у нас появляются нарушители, но, допустим, в выходные дни, в ближайшие, мы проводили рейд на территории Вегаса. Было проверено более 47 транспортных средств. Один водитель у нас пренебрегал безопасностью своего ребенка и был наказан административным штрафом. Штраф за нарушение сравнительно небольшой – 3000 рублей. Но главное здесь – безопасность ребенка. Ведь это самый важный пассажир. И он должен занимать в машине отдельное место, оборудованное специальным удерживающим устройством. До 7 лет используется стандартное кресло. Это система Isofix. Крепится она на переднее пассажирское сиденье жестко. А с 7 до 12 можно использовать бустеры, специальные удерживающие устройства, и размещать детишек на заднем пассажирском сиденье. То есть если мы на переднем пассажирском сиденье везем ребенка, то только с использованием детского кресла. Также в зоне особого внимания инспекторов оказались водители такси. Мало того, что в такси обязаны быть детские кресла, да, но тем не менее нужно еще и предупредить о том, что вы едете с маленьким ребенком, чтобы водитель такси был, ну, как бы вооружен и знал. В преддверии зимних каникул сотрудники ГИБДД проводят целый ряд профилактических мероприятий, в рамках которых напоминают юным пешеходам и их родителям о безопасном поведении на проезжей части. У нас проводились рейды «Безопасный пешеход», «Безопасная зима», «Безопасные санки». В ходе рейда всем водителям были вручены информационные листовки, содержащие подробную инструкцию по перевозке детей в автомобиле. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.